Thank you.
Девочки, концерт. Очень похоже на балет, только в смысле хорошая хореография, все остальное. Вот как в балете прям. Угу. Вот мы посетили концерт Улды Стейном, да? И, конечно, вам большое спасибо Ивану, который нас пригласил на концерт национальных танцев латышских. Поразило, насколько дрессированы все, четкая хореография такая хорошая, правильно поставленные танцы, идеально, все синхронно. Но больше всего меня поразило это костюмы. Костюмы — это вообще произведение искусства. Настолько в этих костюмах отражены все детали, и они все ухоженные, яркие, со всеми, наверное, необходимыми атрибутами того или иного региона нашей необъятной державы латвийской, да. В целом восхитились и тянули ноги, и все вот эти вот элементы танца, даже люди с преклонного возраста, лишнего веса, было ярко, ярко. Да? Как вы считаете? Полностью согласна. Да. Вот. В целом концерт поразил, порадовал, и рекомендуем обязательно при возможности, если есть, посетить, оценить фольклор латвийский. Вот, ну, до новых встреч, как говорится, да?